Российской Федерации добровольно соглашаюсь предоставить свое тело и душу для проведения опытов по выживанию в условиях радиационного заражения. Готов пожертвовать собой для укрепления отечественной атомной промышленности и благосостояния ее руководителей. Раскаюсь в уклонении от предыдущего эксперимента, который проводился 16 лет назад и получил название «Чернобыльской аварии». Не возражаю, чтобы в места моего проживания было везено на бессрочное хранение 20 тысяч тонн радиоактивных отходов повышенной мощности отработанного ядерного топлива. В целях чистоты эксперимента отказываюсь от получения информации о передвижении и конкретных местах захоронения топлива. Обязуюсь не обсуждать этот вопрос с остальными 147 миллионами участников эксперимента.